Видео назначено только в развлекательных целях. Оно не пытается оскорбить чью-либо личность. Спасибо. Хай, бро! С тобой Серебро. И сегодня у нас будет обзор на двух школьников, которые будут делать вопросники по персам Соника. Ну, точнее, по... Хотя... Ну, не знаю, можно считать фан-персами, хотя не знаю, будет канон, будет нет. Я надеюсь, что вам видео очень хорошо понравится. Поделитесь обязательно с этим видео со всеми. Ну а мы начинаем. Привет, с вами я, Назо. И сегодня я отвечу на все ваши вопросы. О, да, этот голос так сильно подходит этому Назо, что аж захотелось пригласить самого Назо ко мне на сцену. Приветствую, нищеброды, я Аназу, и Серебро решил показать мне видос с этим жирным ушлёпом. Давайте же посмотрим его. Начнём. Сколько тебе лет? О боже, этот школьник задает тупые вопросы, сам себе же. Я таких ненавижу, я пошел отсюда, пока. Вот же ты задница шмахлёпская. Ну все, придется самому все делать. Ну вот, блин, зараза ты такая, а? Не вашего ума дело. Так, делаем вывод, что этот человек смотрит картинки Назо из браузера. А чем отличается Назо от Сильвера? Ну что ж, ребята, ну, с этим все понятно. Можешь показать суперформу? Сейчас не могу, у меня нет изумрудов хаоса. Ну, как-то мой друг тоже может обходиться без изумрудов хаоса. Ты достаточно... Да этот человек не умеет даже по-русски писать, вот в чем вопрос, и вот что нас раздражает больше всего. И он, что победить супершеду. Конец. Ага, конец, но... Конец, но. Ты знаешь метал Соника? Никогда не встречайся. Дайте этому человеку учебник по литературе, чтобы мне не было так стыдно. Как ты относишься к Сонику Шэдоу? Я их обоих ненавижу. Как и я тебя. Думаю, на этом все. Спасибо за вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и, конечно же, оставляйте комментарии. Всем пока. А тем временем мы переходим к самому Сонику Экзе. Да, это будет вопросник по Сонику Экзе. Что ж, крепитесь. Всем привет. С вами Соник Экзе. Точнее, очередной курильщик. Я отвечу на ваш вопрос. Ну что ж, поехали. Знаешь? Так, теперь мы задаем вопросы через заметки. Теперь очень модно стало так делать, если у вас... Соника. Да, мой злейший враг, если ты не знаешь. Ребят, вы что-нибудь слышали? А я лично нет. Понимаете, ничего не слышно. Как относишься к Тейлзу Экзе? Сыграем в угадайку. Что ответил Соник Экзе на этот вопрос? Отношусь к нему очень хорошо. Чего, блядь? Очевидно, он делает все эти записи ночью, когда все родители спят, он так шепчется, просто вот не могу понять, зачем, нафига, ну блин. Следите со мной, значит, ах, вы шалуны. Ты демон? Чисто теоретически, да. Чисто теоретически ты можешь именно пойти нахрен отсюда. О, я проведу собственного измерения. Ты знаешь Назу? Да, знаю, потому что он тоже фан-персонаж.
что ж, наш вопрос подходит к концу. Потому что вопросов сегодня будет так уж много. Не вопросы закончились, а твоя рука устала строчить эти же вопросы. Ну вот, мы подошли к концу моего нервного срыва. Если вам понравилось это видео, то подпишитесь и поставьте обязательно лайк. Если вам еще лучше понравилось, то напишите это в своих впечатлениях в комментариях. Ну а с вами был Ёж Серебро, и ждите в пятницу вопросник от Ван Перса Сар. Удачи!